Практически у каждой профессии есть свой особый день в году. 3 июля сотрудники государственной автоинспекции отмечают свой профессиональный праздник. За 88 лет служба претерпела немало изменений, но, как и прежде, в главу угла ставится безопасность жителей на дорогах. И именно инспекторы ГАИ часто первыми приходят на помощь, спасая жизни людей. Поздравил и вручил благодарственные письма лучшим работникам службы глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий. У вас очень тяжелые и сложные работы, ее трудно переоценить. Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, крепкого тыла и всех благ.